Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня для вас необычное видео. Находимся мы в магазине «Светофор», и сейчас я покажу вам те товары, которые я сама лично покупала в этом магазине и могу смело рекомендовать вам. А также покажу товары, которые никогда больше не куплю в этом магазине и вам не советую. Всем приятного просмотра! Недавно в этом магазине я купила себе вот такие щипцы для завивки волос. Мне они очень понравились. У них керамическое покрытие и быстрый нагрев. Хотя мощность у них всего лишь 35 Вт. Еще что понравилось, у них в комплекте идут аксессуары для укладки. Две заколочки и расческа. Заколки вообще классные, держат очень хорошо. Цена всего лишь 649 рублей. Хочется отметить и сказать негативный отзыв вот об этих садовых ножницах. Хоть и написано, что они из нержавеющей стали, но ржавеют сразу после первого применения. Цена 86. В магазине «Светофор» продают отличные тряпочки для уборки в большой выгодной упаковке. Здесь их 60 штук. Они размером 25 на 30 сантиметров. Вискозные тряпочки подходят и для влажной, и для сухой уборки. Не оставляют разводов. Два цвета здесь 111 рублей стоит. Покупала вот такие зубные щетки в магазине «Светофор». Щетки средней жесткости, очень даже неплохие. Выгодная упаковка. Здесь их 5 штук, разные цветом. Цена 42 рубля. Многие спрашивают про качество вот этих садовых кресел пластиковых. Скажу сразу, свою максимальную нагрузку 120 кг они не выдерживают. Максимум до 90 кг, а цена 519 рублей. То же самое могу сказать про пластиковые табуреты. И еще один минус, у них очень острые края. Однажды показывала такой табурет и порезала палец. Цена 187 рублей. Также в «Светофоре» мне понравилась вот эта тушенка, говядина тушеная, 338 грамм, металлическая банка. Производитель город Новосибирск, тушенка высшего сорта по ГОСТу, вкусная очень и прям кусочки такие большие мясные, цена 122,50. Мы часто покупаем лимонад от Черноголовки, а теперь он еще и продается в «Светофоре», что очень классно, 1,5 литра, есть от «Буратино», есть «Фан-кола». Здесь он гораздо дешевле, стоит всего лишь 57 рублей. А еще нам очень нравится покупать в магазине «Светофор» вот эти мягкие вафли с суфле и с фруктовой начинкой со вкусом малина. Здесь масса 500 грамм, они не сильно сладкие и не содержат пальмового масла. Цена 187 рублей. Чак-чак раньше продавался в пластиковых коробочках и был очень вкусный. А теперь он продается в таком брикете. И производитель тот же, и масса такая же 500 грамм, но он абсолютно уже не вкусный, сухой. Цена 130 рублей. Каша «Дружба» мне здесь тоже не понравилась. Она абсолютно отличается от каши в других магазинах. То есть все одинаковое, но здесь уже дробленый рис и пшено не высшего качества. Цена, естественно, соответствует. А вот морковь по-корейски здесь просто отличная. Постоянно покупаю, очень вкусная. Вот именно производитель «Северная звезда», город Самара. 500 грамм вот в этой пластиковой баночке. Цена 51,50. Сервелат рижский от «Зареченские продукты» нам тоже очень понравился, оказался очень вкусным. Это колбаса варено-копченая категории А, изготовитель Россия, город Владимир. Покажу вам состав, если интересно, читайте. Состав, в принципе, здесь неплохой. Батончики крупные, большие, на 700 с лишним грамм. Стоимость за килограмм 209 рублей. Говорят, что здесь очень вкусная селедка, но сама я ее здесь ни разу не покупала, потому что продается она в открытом виде, и кто хочет, здесь ее все трогают. Цена 138 рублей. Мясо свинины я здесь больше не покупаю. Несколько раз попадалось мне запахом антибиотиков, поэтому больше не беру. Хотя цена очень заманчивая, 190 рублей за килограмм. В магазине «Светофор» продается отличная туалетная бумага. Здесь в упаковочке ее 8 штук, она двухслойная и по 28 метров в рулоне. Очень выгодно получается, цена всего лишь 123 рубля. А еще мне очень нравится вот эта белизна, концентрат гель. Вот именно в этой упаковочке, обратите внимание. Все чистит абсолютно, хорошо отбеливает, цена 42 рубля. Блоки чистоты для унитаза в магазине «Светофор» полная фигня. Не тратьте свои деньги, не покупайте деньги на ветер. Три штуки стоят 92 рубля. А вот ланчбоксы в «Светофоре» очень даже классные. Закрываются герметично на защелке. Здесь в наборе три штуки, разные объемом. Изготовлены они из пищевого пластика, производитель «Россия». Цена 188. Привезли вот такие кухонные полотенца, махровые. Хоть и написано, что они изготовлены 100% хлопка, но они вообще не вытирают. Размер 30 на 60 сантиметров, цена 75 рублей. Также я не рекомендую покупать вот такие короба для хранения. Они складные, с крышкой на липучке и с ручкой. Размер 38 на 24 на 24. Все бы хорошо, но настолько хлипкие эти коробочки, просто ужас. Прям вот одноразовая вещь.
По цвету они здесь в большом ассортименте. Производитель Китай. А стоят они здесь 187 рублей. Носки спортивные в светофоре отличные просто. Продаются они в спайке по 3 пары разного цвета. Прям очень качественные. Ношу очень уже давно. В составе хлопок, полиамид и эластан. Изготовитель Московская область. Хорошие носки. Прям носятся отлично. Цена 113 рублей. Друзья, новинка в светофоре появилась эмаль глянцевая торговой марки Кудо. 520 мл объем. Алкидная эмаль, быстро сохнущая. И здесь она в ассортименте по цвету, такие баллончики. Стоят они здесь 200 рублей, только привезли их очень много. Друзья, еще одна новинка. Это саморезы по дереву и гипсокартону размером 3,5 на 51. Изготовитель Россия, город Санкт-Петербург, Госскреп. Масса здесь 1 кг и стоит они здесь дешевле, чем в строительном магазине, 193 рубля. А еще в продаже есть очень классные наборы отверток с магнитными наконечниками. Называются «Помощник». Здесь в упаковке 8 штук, цена 245 рублей. А еще есть дешевые капроновые колготки. В качестве можете не сомневаться. Очень классные колготки, плотность 40 ден, цена всего лишь 88,50. Про термосы из нержавеющей стали тоже писали нехороший отзыв. Говорят, что в нем горячее очень быстро остывает, так как нет стеклянной колбы. Стоят они 349 рублей. Друзья, в продаже появилась новинка. Это диспенсер для жидкого моющего средства для кухни. В комплекте идет губка черного цвета. Так вот все это выглядит. Сюда просто заливаешь моющее средство, кладешь губку, нажимаешь, и получается пена, я так понимаю. Размер 14 на 9, цена 156 рублей. Следующая новинка в магазине «Светофор» – это пергамент силиконизированный «Лига Пак» размером 38 см и длина 6 метров в рулоне. Производитель – город Краснодар. Цена 54,90. Друзья, хочу похвалить вот такое постельное белье. Детское полутораспальное белье. Ткань здесь улучшенная бязь. Изготовитель – город Иваново. В составе 100% хлопок. В комплекте здесь две наволочки. Размером 50 на 70, пододеяльник и простыня. Рисунок есть куроми. Сейчас очень модно. Я вот покупала у своей дочки такой, очень прям довольный, качество отличное. И есть ленивцы. Тоже красиво смотрится. Стоимость такого комплекта 1184 рубля. Пожалуй, это самая низкая цена в городе. А еще в магазине «Светофор» я покупала вот такую ночную сорочку. Мне очень понравилось, качество отличное, она не села, не растянулась, не потеряла окраску. То есть все хорошо с ней. В составе 100% хлопок, размерная линейка 46 по 56, изготовитель Узбекистан, а цена 194 рубля. А вот на этом постельном белье даже спать не рекомендуется. Постельное белье изготовлено из 100% полиэстера. Ткань здесь полисатин. Белье становится сразу катышками, очень сильно электризуется. Есть комплекты и полутораспальные, и двухспальные. Цены, конечно, очень заманчивые. Изготовитель России, город Иваново. Зато в «Светофоре» продаются очень классные ковры. Ковер называется «Лаура». Ковер размером 80 на 150 сантиметров. Он с высоким ворсом, очень красивый, фабричное качество. Цена 1483 рубля. На сегодня, пожалуй, это все. Если понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Всем пока!